Несколько дней было передышки. Снегопады закончились. До этого были очень сильные. За 2-3 дня месячная норма осадков выпала. И сейчас вот опять снег идет, идет. Где работают трактора. Тут вот трактором огребено. Очень высокие бордюры. Лавочки откопаны аж от снега. Тут вот пакет с мусором. Так его в чем-то не забрали, урну почистили, так лежит, скамейку откопали. Но специальная служба, конечно, этим занимается. Но снегопад опять прилично сыплет. Замучил снег нынче этой зимой. Эту зиму можно уже назвать многоснежной. Не ошибешься. Привет, друзья! Еле-еле сейчас добралась до дома. Сходила в Снохе, мне надо было по делам. И на обратном пути зашла в садовый магазин. У меня есть старая земля, еще немножко осталось для рассады, но решила ее просто потом подсыпать в стаканчики и использую все равно. А свеженькой купить решила. Вот такой раньше упаковки не было. Вот такое. Не показываю все подробно, потому что это не реклама. 10 литров такой грунт. Я купила 2 таких пакета. Поподнимала там в магазине. Они не очень тяжелые. Думаю, ничего, я справлюсь. И купила 2 пакета, потому что в ближайшие дни буду садить рассаду на ранний урожай немножко низкорослых и ультраранних томатов. И хочу, допустим, от калибри, он же такой какой-то не раскидистый, аккуратный такой огурчик. И можно и на балконе все. Возможно, что посажу огурчиков. Ради эксперимента вырастут, не вырастут. Вот таких огурчика 2-3, тоже для раннего урожая. И томатиков, может быть, там кустика 3-5. Садить томаты еще рано. Сегодня у нас 2 февраля. Так рано я не сажаю. Перцы. Не знаю, что делать, как поступить. Перцы. Рано плохо сажать. И поздновато они не успевают урожай отдать весь, на который они бы были способны, так скажем. По поводу перцев, думаю, хотела нынче пораньше посадить. В прошлом году, по-моему, 15 февраля сеяла. Нынче хотела пораньше. Ну вот у меня отрывной календарь, я вам показывала как-то такой. Купила, было у меня видео. И там вот как начинаются первые месяцы. Там на цифре 1, первое число, там с обратной стороны пишется, какие культуры и когда лучше всего сажать, самые выгодные дни в этом месяце, а какие плохо, ну, вообще не рекомендуют. И у меня вот перец-то, по-моему, как раз он подходит. Сейчас я даже принесу, посмотрю. Сейчас сходила, этот листочек посмотрела, там написано с 8 по 10 вообще не рекомендуют никакие культуры садить, они очень неблагоприятные эти дни, а перец и томаты оба одинаково, там написано самые благоприятные дни с 19 по 20, для перца с 19 по 20 поздновато, хочу пораньше это все дело сделать, вот не знаю. Сейчас вот завтра 3, не буду рановато, а может посажу перчики хотя бы частично, остальное потом после вот этого 10 числа. Вот купила 2 пакета по 88 рублей, такой пакет на фоне других цен уже знакомых, там упаковок, которые уже не первый год, и их знаешь, этот подешевле грунты. Может быть, они еще как бы незнакомые люди, не сложилось никакого там, ну, о нем впечатления. Из этого цена пониже. Вот я из-за цены его взяла, потому что очень дорого получается.
И вот взяла фитоспорин, тут паста похожа вот на ощупь. Хочу такой слабенький раствор делать и при посадке эти вот бороздки проливать фитоспорином. Хочу так сделать. Хуже точно не должно быть. Надеюсь, конечно, на более положительный результат. Еще вот говорю про перцы, про томаты, про огурцы. И забыла совсем, я же не удержалась, еще поздней осенью купила, по-моему, даже вот не заглядывала давно, семена еще, по-моему, 2 или 3 пакетика петунии. Хочу попробовать. Сама я вырастить сажала раньше петунию. Она только в начале очень такая слабая. Смотришь на нее и как бы такое впечатление, что не жилец она и такое безнадежное какое-то. А потом она уже, когда немножко чуть войдет в силу, с ней хоть чего там экспериментируй, делай, она все равно все это, все невзгоды выдерживает и растет дальше. И вот я взяла более-менее не крутые такие сорта, которые очень-то дорого стоят, а такие не очень дорогие семечки. И хочу вот еще за одним их посеять. Петунью-то надо рано садить, чтобы она подольше порадовала цветением, зацвела пораньше, и все, поздно ты посадишь, так у нее этот период до цветения это очень какой-то такой получается длительный. И если она начнет поздновато цвести, так всей это своей красоты не покажет. Вот. Буду вот сажать уже. Пора. Такие метели у нас. Это вообще опять коллапс. Вот погода дала нам пару дней такой передохнуть, передышки. И сейчас опять засыпает снегом. Все шла прямо, метет. Настоящий февраль полноценный. С вьюгами, с метелями, снегопадами. В общем, февраль полноценный. Ладно, переживем и это. Друзья, показала вам земельку, какую купила. Больше не буду утомлять вас своим, как говорится, общением с вами. Видео стараюсь снимать не очень длинные, покороче, чтобы не утомлять зрителей. И с зубами у меня сходило вчера. Все вот так, видите, вот как говорю-то. Голливудской улыбки, наверное, не дождаться будет. Но тут уже немножко забрежил, как говорится, свет в конце тоннеля. Сделали слепки, врач посмотрел, все, ортопед, который протезировать будет. Ну, сейчас все, типа, вот хорошо. И теперь вот приступили. А я ведь тоже каждый день не могу туда ходить. Вот через неделю ровно на следующий четверг записалась я, потому что 3 дня я как бы водимся с внуком, я занята. Вот, и пойду в следующий четверг, чего там дальше, какое продолжение, не знаю, будет. И когда я с этими зубами буду, и сейчас вот разговаривать неудобно самой и неэстетично смотрится. Что делать? Ладно, если не буду доснимывать это видео, хотела еще, знаете, какое, немножко поснимать, как сажаю перец и все, так, возможно, ну, томаты, возможно, сниму отдельным видео, а это маленькое, коротенькое, так отправлю, пускай летит к зрителям моим, чтобы не было таких длиннющих-то видео. Я не знаю, как-то люди бывают по полчаса, то и по часу. Бывает видео, ну, где столько времени набрать, чтобы смотреть. Не все могут себе позволить сидеть и смотреть так долго. Ладно, на этом буду прощаться с вами. Если не досниму, не сделаю подлиннее это видео, оставлю вот такое коротенькое. Всем, друзья, здоровья крепкого, мирного неба над головой, удачи в делах. Всем пока. До новых встреч на моем канале.